На протязі тих 13 років я якби спостерігаю за цією сім'єю, тому що мені доводилося і я участвував в їхніх особливих торжествах, хрестив діток. От. А разом із тим і завжди от звертаюся по святкових днях, ми багато робимо доброчинностей, і вони роблять особливо і для храму. І тому працьовита, доброзичлива, хороша сім'янинка і, я думаю, що хороша людина. Чоловік на своєму місці, грамотний, хороша мать троїх дітей, взагалі прекрасна дочь Валерія Ніколаєвича і Тетяна Олександровна. Ну, взагалі саме прекрасний, красивий і добрий чоловік. Нашу сьогоднішню героїню більшість людей знають як сильну жінку та успішну бізнесвумен. Є програми «Просто люди» Надія Іванова. Так случилось, що я рано вийшла замуж, і з-за цього мене із школи вигнали. Вот. Да. З-за того, що ви замуж вийшли? Так, да, так. Да, да. Ну, формулировка була «замужнім жінкам в школі не місце». Я тоді улыбалась, це 90-ті роки були, тому що я улыбалась з чого, я так сама себе вже слегка повзрослівши, я думала наркоманам там, і так далі, і тому подобне, да, в школі місце, а замужнім жінкам не місце. Ну, да ладно. Я, в принципі, поэтому пішла в вечірню школу, пішла працювати в місті з отцом. Первое образование юридическое, никак не агрономическое. То есть, ну, в принципе, я себя готовила как будущий юрист, то есть я скрупулезно училась. Ну, потом как-то так случилось, увлеклась другой работой, а растения, ну, они более увлекают, понимаете, ну, интереснее, как бы неоднозначнее, потому что в агрономии... Да, это природа, и это, ну, каждый год он непредсказуем, вплоть до того, что вот есть агрономические какие-то догмы, да, вот наука пишет, но каждый год он вносит какие-то свои такие коррективы, которые надо почувствовать, начиная от срока посева, там, глубины заделки семян, вот каждый год это надо вот как-то тонко почувствовать для того, чтобы получилось. Мы с зоопарком сотрудничаем, у меня своя коллекция птиц, то есть у меня есть павлины, у меня есть фазаны разные, курочки декоративные, голуби разные декоративные. И часто, когда яйца, я сюда в инкубатор отдаю и в основном оставляю здесь. Недавно вообще обезьянку мне предложили. А я говорю, я же не знаю, как, да ничего, у вас клетки подходят, все нормально, она неприхотлива. Ну, вам уже подарили обезьянку? Ну, я вот даже не знаю, понимаете, вот просто посадить ее в клетку, да, и кормить. Ей же, наверное, будет скучно, с ним надо, наверное, как-то общаться, играться. Это же не то же самое. Одно дело... Как домашнее животное, ну, чтобы было. А как домашнее, я, ну, вот я не знаю. Вот я не в курсе, как их держат и как маленький ребенок дома, насколько он будет, потому что он один мальчик, ему 8 лет, насколько он там агрессивный, не агрессивный и так далее. То есть мне в этом плане немножко дома, ну как вообще в таком обиходе его держать, да, в домашнем, то немножко страшно. Сейчас сын увлекся бисероплетением. Сын, да, не дочь, сын средний, он бисероплетением увлекается. И он вышивает бисером картины, да? Ну, пока там всякие в вазочках мне цветочки приносил, там всяких Новому году на елку Дед Морозики, елочки бисером плетеные. Ну, пока что-то там не шедевры, но очень прикольно и интересно. Парк традиционно с детьми, это на майские праздники. Потом, как получается, ну, раза три в год мы бываем, это точно. А бываем, заводим коллективы, так и чаще. Я имею в виду, вот погулять именно, взять семью, детей и просто провести. Ну, к сожалению, у меня так получается во всех праздниках, а у меня вот не совсем праздники. У нас и полевые работы, и все остальное так складывается, что не совсем есть возможность, а хочется все-таки с детьми семьи.
традиционно мы отдыхаем с мужем, с детьми, с братом, с невесткой. То есть мы отдыхаем тоже всегда всей семьей. На рыбалку вы любите? Да, очень. И часто так выезжаете? Ну, к сожалению, не так часто, как хочется. Ну, мужчины, конечно, чаще выезжают мои, а я, к сожалению, реже не получается. Ну, раз в год обязательно. На что вы в первую очередь обращаете внимание? На внешность или вы смотрите как человек на человеческие качества? Ну, вы знаете, образ человека, он не складывается из каких-то отдельных. Вот человек может быть либо глубоко симпатичен, причем это, наверное, на подсознательном каком-то уровне, на каком-то энергетическом, или может от себя отталкивать. Вот, ну вот, несмотря там на внешнюю какую-то красоту и так далее. Вот для меня есть либо притягательные, либо отталкивающие люди. Вот, ну, есть люди, которые вот как-то все равно где-то, да, посередине вот есть. Но в основном, конечно, если мне, я честно, даже в бизнесе, может, это неправильно, человек антипатичен даже по телефону, вот я общаться могу, я его не видела, антипатичен, я не буду работать. Я мне, чем переживать, там, усиливать, как есть, мстят люди и так далее, я плюну, повернусь и пойду дальше, потому что я считаю, что я свою энергию, время могу тратить в доброе, хорошее, полезное русло, нежели в себе культивировать какую-то гадость. Есть эти моменты, да, у меня хорошая семья, у меня трое деток, у меня неплохой, успешный аграрный бизнес. Я понимаю, что кому-то есть чему завидовать. Просто вот, ну, бывает в жизни всякое, ну. А как вы от этого, в общем, отстраняетесь от зависти? Я даже не знаю, мне кажется, ну, не мешает лишний раз ходить в церковь, вот такое плана. Просто служба в церкви, она всегда вот успокаивает, облагораживает. Я понимаю, что я не уйду от этого. Если это у людей есть, я из них это не вытащу, но я как бы, ну, стараюсь не обращать внимания, не поддаваться на провокации, если таковые имеются. Есть моменты такой, ну, психологического плана, да, когда ты заходишь в поле с горчицей, а там пахнет медом. Вот такой вот свежего, такой дурманищий, такой сладкий, вкусный запах меда, понимаете? Вот, ну, кориандр резко пахнет там, допустим. Ну, вот есть вот такие вот моменты, да, там. Эспарце тоже, вот он очень красиво цветет, если вы видели, розовыми цветами, да, некоторые там на клумбах садят, там это трава кормовая, да, ну вот, есть чисто вот такое вот эстетическое удовольствие можно получить. Раз, во-вторых, я от поездок к полю, наверное, получаю какое-то моральное удовольствие, в плане того, что зачастую там, во-первых, телефон не ловит, это, конечно, очень такая вещь, ты работаешь и одновременно отдыхаешь мозгами, вообще очень чудесно. Во-вторых, понимаете, далеко от трассы поют птицы, пахнет землей. Ну, то есть это своего рода ты вот идешь и морально как бы отдыхаешь. У нас в программе есть постоянная рубрика, где люди задают вопросы. А какая ваша заветная мечта? Мечта, наверное, это как бы громко, но мечта в том, чтобы дети выросли здоровыми, успешными, были хорошие семьи. Ну и такая картинка, знаете, бабушка с дедушкой, то есть я с мужем, и рядом вот все дети с внуками, детский смех бесится, вот когда их много. Да, это хорошо, это такая семейная идиллия, счастье, наверное, вот это. Тетя Надя, куда вы нас в следующий раз повезете? Ну, есть разные мысли, но я думаю, что в следующий раз, это ближе к последнему звонку уже, это мы поедем, наверное, в кукольный театр, я так думаю, потому что уже во многих местах мы побывали, в зоопарке не единожды, в русском театре на детских представлениях, в украинском театре, в городке «Сказка» мы там выезжаем, вот много мероприятий, ну вот думаю, что следующим будет кукольный театр. Мы когда перед свадьбой, за день перед нашей с мужем приходит папа, я говорю, так, все, ну, в субботу же свадьба, он говорит, а в воскресенье вы венчаетесь. Ну, мы как-то даже не думали. Нет, все, я был, я общался с Петеримом, все, мне сказали, что если не венчаны, это на том свете не встретитесь, это все равно, что прелюбодействуете и так далее, все, венчаетесь в воскресенье. Ну, вот, как-то, наверное, все с венчания и началось. А, то есть вы повенчались, да, и потом вот что-то... Да, да, да.
И потом что-то, ну, потом опять же крестины, потом начинаешь что-то читать, начинаешь что-то смотреть про исповедь, ну, так далее. Я не скажу, что я очень жестко придерживаюсь там канонов. Канонов, да, я там постов всех и так далее, ну, по крайней мере, там немножечко стараюсь керовать себя. Это вручение ордена княгини Ольги на профессиональный праздник День работника сельского хозяйства. Это было в 2008 году в Палате культуры Украины в Киеве. Духотворенно, вы знаете, счастлива была, что я вышла, я уже куда-то уйду, потому что никуда из-за сцены никого не выпускали, ни меня, ни всех остальных. А из мест для сидения там был, наверное, только рояль стоял. А что вы чувствовали, помимо того, что вот вам орден вручает, как еще и президент, получается, первый человек в государстве, да, он вам еще руку целует? Вот, ну, во-первых, я скажу, что у меня еще 15 настроение, он стоял на сцене, президент с Мельником стоял с министром АПК, и я пока шла, доходила до них, они в два голоса говорили красиво. Вот как для женщины, вы знаете, это, ну, наверное, было очень приятно, ты идешь по сцене, а потом, пока президент, конечно, руку целовал, мне очень много комплиментов наговорил, какие у нас красивые женщины, аграрии. Есть у вас какой-то любимый цвет? Или, допустим, если вы на ком-то увидели одежду, да, вот какого-то цвета, вы тоже вот для себя присмотрели? Вообще я очень люблю красный цвет. Это для вас цвет жизни, цвет страсти или... Нет, я его просто люблю, он мне нравится, он яркий, особенно не красно-морковный, а такой насыщенный, такой алый, красный цвет. Ну вот люблю, ну нравится мне. Это одежда, которую вы очень редко одеваете, но вот вам бы хотелось почаще, что это может быть? Джинсы. Я в детстве хомяков разводила. Это бизнес мой первый был в 9 лет. А ну-ка расскажите. На балконе разводила, у меня все в жизни было, аквариумы, миски, бутыли, все, что ты хочешь, да? Ты, ну, раньше так, клеток обилия, у меня была одна клетка, чудом, но тогда ж не было так, в широкой продаже еще этих клеток, она была с колесом, ну, как сейчас уже, да, там с лестницей. Ну, и я наторговала где-то от 10 до 15 рублей по тем временам. И у меня самая первая пара хомяков, черные, Фима и Фома, они у меня прожили почти 5 лет, хотя, говорят, только не живут. Они такие уже были старенькие, седые, они из черных стали седыми. Кроме традиционной, да, украинской, кроме вареников и борща, да, и там всяких других украинских вещей, я люблю еще восточную. Ну, будем говорить, что я это и умею, потому что у меня... Мама родилась, бабушка прожила в Средней Азии, и, грубо говоря, традиции – это манты, это плов, это все вот эти вещи. Мы их дома часто готовим, и я, честно, я очень люблю плов на костре, причем еще и с бараниной. А как думаете, вот у нас Украина как аграрное государство, да, оно будет... это государство развиваться или нет? Потому что вы тут... А мы обречены, у нас больше ничего развивать. На самом деле сегодня посмотрите на ситуацию. Тяжелое машиностроение где видите, металлургия где видите, кораблестроение где видите. На самом деле все, что барахтается, я сегодня, будем говорить, 80% экспортного, практически 80%, да, там чуть не дотягивает, это продукция все-таки, которую выдает АПК. То есть, ну, на сегодняшний день, ну, к сожалению, маемо, что маемо. А у вас не было мысли, вот, когда у нас только такие события, потому что у вас и дети, и, да, вот эти работы? У нас сильно большая семья. Во-вторых, ну так как бы мы в ответе за тех, кого мы приручили, как бы, ну, в этом духе. Но я себе, например, ну, есть, ну, двояко, конечно, отношения. С одной стороны, дети, с одной стороны, ну, я им говорю, что если что, вот, то вы поедете отдыхать куда-нибудь на момент. Я вас плавлю, но совсем это все бросить. Ну, не знаю, с одной стороны, кто-то говорит, жизнь дороже, там 5-10-84. Ну, я себе не представляю, как все бросить, если честно. Все равно кому-то надо хлеб выращивать, все равно кому-то надо быть.
Раз. Ну, во-вторых, продовольственная безопасность меня мало колышет. У нас крупы свои, мука своя, свиньи свои, куры свои. Так что я тут и коллектив, и сами мы прокормимся в любом варианте. Вы не пропадете. Нет. Цього разу у програмі «Просто люди» з нами була дуже ефектна і доброзичлива жінка, і до того ж людина слова Надія Іванова.